Очередная авария со смертельным исходом произошла в Алматы. На пересечении проспекта Фраймбека и Сейфуллина в ДТП попал автомобиль марки BMW. Машина двигалась в северном направлении. Внезапно водитель потерял управление, автомобиль, вылетев на обочину, врезался в металлический столб. После автомашина продолжила движение, зацепила еще один столб и врезалась в опору моста. В результате тяжелые ранения получил пассажир, сидевший на заднем сиденье. На место прибыли врачи скорой помощи, однако спасти жизнь пострадавшего медики не смогли. 33-летний мужчина скончался, не приходя в сознание. По словам очевидцев, водитель значительно превысил скорость, возможно, от кого-то скрываясь. Водитель обогнал впереди идущий автомобиль с правой стороны. В этот момент машина встала на два правых колеса, ударилась крышей об столб, а после неуправляемый автомобиль влетел в опору моста. Очевидцы утверждают, в машине находились 4-5 человек. Все, кроме погибшего, отделались легкими ушибами. И пока очевидцы пытались оказать помощь погибшему, водитель с места ДТП скрылся. Пассажиры BMW в один голос утверждают, что водителя не знают. Криминалисты по отпечаткам пальцев с рулевого колеса авто пытаются найти водителя. Машину доставили на штрафстоянку, пассажиров в отделение полиции. Как выяснилось, все они коллеги. В результате аварии, которая произошла на пересечении улиц Джандосова и Алтынсарина, пострадала беременная женщина. Она вызвала скорую помощь на дом. Медики везли ее в роддом. Машина скорой помощи двигалась по Джандосова в восточном направлении. На перекрестке автомобиль остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в него врезалась Тойота. От удара скорая пролетела еще 20 метров вперед. Пострадали беременная женщина, ее муж и двое врачей. Всех их госпитализировали. В «Тойоте» сидели 5 человек. Никто из них не пострадал. Как выяснилось, все они возвращались с праздника. Водитель превысил скорость и слишком поздно заметил остановившийся автомобиль скорой помощи. Полицейские, заподозрив неладное, доставили 50-летнего водителя «Тойоты» на медицинскую экспертизу, которая подтвердила наличие в его крови алкоголя. Состояние всех пострадавших стабильное. Дело по факту аварии передадут в суд. Нарушителя лишат водительских прав как минимум на 4 года. Еще одна беременная женщина пострадала в ДТП на пересечении улиц Курмангазы и Кунаева. Автомобиль марки «Тойота» двигался в восточном направлении по Курмангазы. Машина сворачивала влево на Кунаева, однако водитель не рассчитал скорость автомобиля BMW, который двигался на запад. От удара «Тойоту» развернула, а BMW врезалась в электростолб. В результате пострадали два пассажира, в том числе беременная женщина. Обоих пострадавших медики госпитализировали в ближайшую городскую больницу. Оба водителя в ДТП винят друг друга. Владелец «Тойоты» обвиняет своего оппонента в превышении скорости. А вот водители и пассажиры BMW утверждают, что двигались по главной. Виновник ДТП станет известен после расследования. Ему предстоит восстановить оба автомобиля, отремонтировать столб и выплатить штраф. УВД Талгарского района разыскивает Досан Махабат-Ерлана, в 1993 года рождения. 12 июля она вышла из дома в поселке Агдала и не вернулась. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Махабат-Ерлановны, просим обращаться по этим телефонам.
УВД Алатауского района разыскивает Ибрагимову Улжан Тажиевну 1983 года рождения. 11 июня она вышла из дома в микрорайоне Аккент и не вернулась. Рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Если вы располагаете информацией о местонахождении этой девушки, просим звонить по телефонам, которые вы видите на экранах. Родственники разыскивают Камек Айнур Сабыржановну 1994 года рождения. 19 июля она вышла из дома, расположенного в поселке Кызылту, и до настоящего времени не вернулась. Рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения. Если вы видели эту девушку или знаете о ее местонахождении, просим сообщать по этим телефонам.